Приветствую всех на моем канале Одесса 11 февраля. В данный момент в Одессе слышны взрывы. Не паникуйте, все под контролем. Это эхо доносится с полигонов в город, потому что сегодня наши воины в Одесской области оттачивают умение стрельбы с тяжелого и стрелкового оружия. В случае какой-либо опасности объявят тревогу. Местные жители Одесской области выставляют фотографии осколков ракет, которые сегодня ночью прилетели по нашему региону. Одна из ракет упала на набережной перед базой отдыха. На месте большая воронка, много выбитых стекол в домах. Брусчатку с набережной и осколки ракеты перекинула через базы на частный сектор. В предыдущем своем видео я рассказывала, что сегодня ночью российские войска сбросили с самолета Су-24 4 авиабомбы на остров Змеиный и также выпустили 3 противокорабельные ракеты типа «Оникс» из Крыма, попавшие в прибрежную зону. А я желаю всем хорошего дня, берегите себя!